Экс-премьера Италии Сильвия Берлускони приговорили к 4 годам тюрьмы. Апелляционный суд Италии подтвердил приговор, вынесенный еще в ноябре 2012 года. Решение суда касается дела о махинациях в компании Mediaset, которую основал и возглавлял Берлускони. Прокуратура смогла доказать, что бизнесмен и политик занимался махинациями при покупке прав на демонстрацию американских фильмов в Италии. Сам Берлускони настаивал на своей невиновности, однако суд приговорил его к 4 годам и запретил занимать государственные должности в течение 5 лет. Позже в связи с амнистией срок заключения был сокращен до 1 года. Поскольку адвокаты бывшего премьера Италии подали апелляцию, он оставался на свободе. В марте Берлускони приговорили еще к 1 году тюрьмы по делу о неудачном приобретении в 2005 году итальянской страховой группой Юнипол банка BNL.